еще интересно про вот этот, опять же, крейсер, да, вспомнила вдруг про него. На одесских пляжах начала прибивать к берегу эти бескозырки, фуражки, кепки. Короче, обломки кораблекрушения. В этом флотском борще плавают обломки кораблекрушения. В общем, начали прибивать к берегу. Вот. А эти циники, опять же, продолжают брехать своему народу и матерям этих несчастных срочников, которые там были на этом корабле. 510 человек, количество экипажа этого. Да? И по таким, ну, неточным данным, 58 человек только спаслось. А все остальные пропали без вести. Вот так. То есть не погибли, а пропали без вести. И там уже публикуются разговоры матерей с воинскими частями, куда они там звонят по поводу своих сыновей, возмущаются по поводу того, что срочники, что они не должны были находиться там. Кто-то там кричит: в мирное время! Как можно вообще было представить, чтобы в мирное время погибли вот люди на корабле? В мирное время, да. Не, ну в принципе, да, в этом... Рашкастан, он же ж войну не объявил, и они сами как бы себя загнали, в том числе и с этим, с этой брехней тоже в ловушку, потому что война-то не объявлена, и официально объявить тотальную мобилизацию они даже не могут. Поэтому все это скрыто происходит, все этих срочников бросают на амбразуры. Все скрыто и тайно. А потом просто говорят, что их там не было, или контракт был написан, или вообще в отпуске они там были, как обычно, да? Ну, в общем, вот так.